мальчики явились в наш дом. Монголы жестоки, упорны, неумолимы. Восемьдесят самураев против целого войска. Мы лишь замедлим вторжение. Сегодня я погибну за свой народ. Их там должно быть тысячи. Мы встретим смерть и защитим свой дом. Традиции, честь, отвага. В этом наша сила. Мы – воины Цусимы. Мы – самураи! Господин Адати, устройте им встречу. Чужаки! Пускай выйдет ваш лучший воин! Надо, Тиннида! Я Харунобу Адати, потомок легендарного Ясинобу Адати. Приветствую, дорогие друзья, на прохождении Призрака Цусимы, на долгожданном порте на ПК от Sony. Я желаю вам приятного просмотра. Мы без лишних слов сразу влетаем в бой, в самое мясо. Так, ну надеюсь, меня с коня сбить не смогут. Пытаемся как можно больше за собой унести. Продолжим наступление. Даже ценой своих жизней. Слушаюсь, господин Симура. Так, ну на первый взгляд игра выглядит достаточно хорошо. Войны, нужно выследить предводителя монголов! Все за мной! Вы можете оценить, да, как оно выглядит на моем ПК, на моей сборке на RTX 2070 Super. В принципе, по кадрам все окей. Так, нас тут сразу кидают в бой. Просто спамить, что я сейчас нажал. Что за кнопку-то я нажал? Подождите. Я что-то очень крутое сделал. Да, играю в первый раз. Получить первое впечатление. Надеюсь, вам игра понравится, и мы продолжим прохождение. Ну, я бы хотел эту игру пройти на запись. Так, ну тут на самом деле доступны нам какие-то уже боги приемы. Я так и не понял, по-моему, на Q я нажал, чтобы как-то увернуться, спарировать. Вот. На Alt, да. На Alt явно видно, что это у нас отскок. Ну пропускаем, мы немножко ударчики, ничего страшного.
сделаем красиво. Так, этот щитовик, он, наверное, какой-то жесткий. Ну, в принципе, мы могли проспамить ЛКМ. Так, куда нам дальше-то двигаться? Нет, в область истории у нас осталось позади. Ага, нам вот нужно последнего врага добить. Поможем господину Симуре. Мы последние. Единственная наша надежда — добраться до предводителя монголов и убить его. Я буду с вами до конца. Знаю. Ну, внезапно монголы, конечно, напали, но... Опрометчиво было думать, что они пойдут на какие-то переговоры, они настроены серьезно. Их военачальник. Я готов, дядя. Мы пойдем вместе. Слушай, да базар ноль, старый, давай, погнали. Хубилая и внук Чингиза. Брат, ты воин. Я это вижу. Всю жизнь ты сражался и побеждал там, где иные бы точно отступили. Пока ты точил свой меч, знаешь, чем был занят я? Учился. Я знаю ваш язык, традиции, вашу веру. Знаю, кого обуздать, кого сжечь. Так скажи мне вот что, самурай. Ты сдаешься? Сюда попал. Ну, вопрос хороший на самом деле. К
кто-то помог, значит. И что, вы прям предлагаете мне с самого начала туда идти, да? Кто-то спас меня и спрятал здесь. Может, и меч у него? Все возможно, все возможно. Так, у нас присед автоматически почему-то сейчас сработал. Какие-то следы видим, да, ведут в дом. И мы прям вот так прошмигнем мимо них. Они прям совсем слепые, что ли? Ну ладно, я же прям перед ними прошел. Кто-то точил здесь клинок. Воин? Где? Где? А, да, вот лежат, действительно. Доспехи пробиты. Ну, это наши те самые первые доспехи, которые мы у нас были. Они уже все превратились в труху. От них смысла ноль, конечно. Уйди, внук! Быстро! Как твои раны? Бежать можешь? Наверное. Где мой меч? Не здесь. Карчер! Уйди, я сама. Ну, спрячься. Ой, не бейте меня! Чья Доминик? Рис! У меня есть Рис! Забирайте! Кто ты? Я Юна. Ищешь свой меч? Иди за мной. Как долго я лежал? Монголы уже захватили половину острова. Ну, не так проста наша спасительница, как оказывается. Потом. Три. Немножко стелс. На самом деле, интересная раскладка управления, ну такая достаточно классическая, но некоторые кнопки непривычно. Стой. Непривычно нажимать. Мы ничем ей не поможем, но можно спасти. Ну жестко, жестко, прям мясники тут устроили целую бойню. Господин Симура был со мной на поле боя. Тита, забудь о нем. Почему забудь-то? Юна, стой. Господин Симура, мой дядя. Ты Дзин Сакай? Племянник Дзита? Мне нужно знать. Он выжил? Возможно. Монголы взяли его в плен. И куда увели? На восток, вдоль берега. То есть к замку Канеда. Наверное, там его держат. Празднуют свою победу. Я могу застать их врасплох. Тебя убьют. Или я спасу нашего Дзиту. И мы выдворим монголов с острова. Он напишет Сёгуну. Попросит помощи. Я не затем тебя выхаживала, чтоб ты погиб так глупо. А зачем тогда? Не бросать же умирать. Мне нужна помощь. Господин Симура поможет всей Цусиме. И у меня, кроме него, никого нет. Разве господин Симура нам не показали, что его как бы, ну... немножко хлопнули. Ну, якобы игра подсказывает, что он может быть жив. Это, безусловно, будет хорошая новость. Ну, да за что? Просто добряка-то. Мясники. Ему все равно уже не помочь. Ну, это факт, это факт. Но мы ж тут, типа, играем за самурая, он за честь. Смотри. Надо бы нам как-нибудь отомстить им всем. Пока что мы этого сделать не можем. Сюда. Аккуратно.
Так, ну они кого-то ищут, явно, да, ищут, наверное, выживших. Нам не стоит попадаться им на глаза. И они совсем-совсем ничего не слышат, да, мы прям за их спиной пробегаем. Настолько мы легкие, да, парящие. Быстрые самураи, почти как ниндзя. Ох, они расчистили дорогу. Если попытаемся перейти, нас точно заметят. Я все же рискну. Стой, телега. Давай. Ну что, я иду, ну что ты? Тут же немножко скрипты иногда, где-то как-то они отходят в сторону. Так, есть паркур. Ты лазаешь по забираться на крышу. Отдаешь мертвых. Ты воровка. Когда мне что-то нужно, я беру. Как мою катану? Пришлось обменять на еду и лекарства. Что-что? Не волнуйся. Мы найдем покупателя и вернем твой меч. Ну да, наверное, у них это в Японии считается прям очень серьезно. Ехать далеко. Бери все, что сможешь унести. Здесь живут люди. Больше не живут. Все-таки такое, как наследие, меч семейный нельзя продавать. Так, ладно, что-то он тут не захотел нормально скатываться с лестницы. Пришлось чуть-чуть спрыгнуть, ничего страшного. Сюда. Ну давай, показывай. А что, ты не могла меня с собой взять сразу, да? Впереди дом человека, которому я продала твой меч. Ну, по-моему, тут что-то произошло не так. Тору, проклятие, они его нашли. Осторожно. Я обыщу дом. Они за это ответят. Может, он спрятал катану в доме? Ну, все возможно. Где-то здесь. Так, тут у нас припасы. Вот, наверное, где-то здесь. Да, здесь было бы самое логичное место для меча. Я Дзин Сакай, племянник господина Симуры. И я не трус! Да, врагу с тобой не тягаться. Но нужно владеть собой. Я упражнялся. Отцовским мечом? Меч клана Сакай. Он спасал жизни и прекращал войны. Кто это сделал? Никто. Я научу тебя защищаться. Я сам умею. Чтобы владеть мечом, надо сперва взять в кулак свои чувства. Я смогу, дядя. Хорошо, покажи. Посмотрим, чему ты научился. Попробуй меня ударить. Да, дядя. Самое время для небольшого обучения. Окей, так а что это были за кнопки? Ну, левый ЛКМ, понятно. Нападай, я готов. ВКМ это у нас, типа, сбить защиту. Еще и можем и удерживать. Прикольно. Хорошо. Если бы ты так сражался, противнику было бы непросто тебя побить. Это нечестный бой. Представь, что он вернулся и хочет закончить начатое. Будет использовать все нечестные приемы. Как ты станешь защищаться? Как я стану защищаться, нападу первым или заставлю совершить ошибку? Ну, давайте второй вариант. Не знаю, на что это влияет. Я не подпущу его близко. Подействуем немножко хитростью. И тогда хватит одного удара. Выдержкой. Хорошо. Для самурая главное терпение и дисциплина. Пусть даже противник готов опуститься до подлых уловок. Я запомню, дядя. А теперь пробей мою защиту. Покажи, какой храбрый воин Дзин Сакай. Нажмите ПКМ, чтобы пробить оборону, ошеломить врага. Окей, еще быстрых атак накидать. Пробей защиту сильным ударом, ну, ладно, а потом бей быстро. С основами боя это понятно. Окей, мы только что это делали. Ну, повторение мать учения, как говорится.
Довольно. Я сдаюсь. Вы мне поддались. Нет, будь это настоящий меч, я уже был бы мертв. Правда? Я бы никогда тебе не солгал. А теперь попробуй остановить мои атаки. Имей в виду, я тебя жалеть не буду. Так, ну... Прими защитную стойку. Давай, старый. На пожилых движениях. Подходи, да. Подходи. Первый ударчик мы от него пропустили. Ну, дальше без проблем, окей. По таймингам примерно понял. Мы можем сделать перерыв? Мы еще не закончили. Соберись и сражайся, несмотря на боль. Так, Зе у нас лечение, да? Да. Ну, красная шкала — это наше здоровье, понятно. Шкала решимости. Ага, для особых умений. Понятно. В общем, типа, мы набиваем... Пора научиться набиваем в бою, да, эту решимость. Дождись, когда я начну действовать. Когда атакую, останови так. Мой удар. Ты а молодец. Чем это отличается от блокирования, от блокировки? Действуй, пока я не ударил. В чем же я тут парирую? Береги силы. Да, ну ладно, странно. Окей. Хорошо, Цзин. Ты учишься? Хотите отдохнуть? Ребенку не заставить меня запыхаться. А теперь посмотрим, как ты защитишься от копья. Уклонись от моего копья и сразу же иди в атаку. Ну тут хороший я сразу понял, что у нас будет через левый альт, через отскок. Превосходно! Парировать мы не можем пока ловко что. Ловко увернулся. Помни, уклонение и контратака. Может, не сможем вообще парировать копье, все-таки это оружие посильнее, помощнее. Так, ну, кстати, проблем вообще никаких нет. Видишь, нет оружия и воина, которых нельзя одолеть. Спасибо за уроки, дядя. Мы еще не закончили. Цзин Сакай, окажи мне честь, сразись со мной. Не хотел бы ранить вас. Ты так в себе уверен? Что ж, будет интересно. Кто нанесет 5 ударов, выбирает, что на обед. Так, давай, забились, старина. Ну, достань меч, ты что стоишь-то? Ну, он пропустил уже первый удар сразу. Ответили двумя ударами. Окей, давай, подходи на парирование. Отлично. Неплохо. Давайте на отскоки попробуем. Окей, отскок тут не работает. Сбиваем тогда ему защиту, просто пушим его. Запушили старого. Перед обедом ответь на один вопрос. Как и наши предки, мы следуем пути самураев. Назови мне главные добродетели. Верность господину, власть над чувствами и... Ты это знаешь. Честь. Чтобы не уронить достоинство клана Сакай. Это слова твоего отца. Что значит честь для тебя? Думаю, защищать людей. Тех, кто не может постоять за себя. У тебя доброе сердце. Но прежде мы должны служить господину, проявляя отвагу, цельность и власть над собой. Для вас это легко. Это не бывает легко. Я борюсь с собой каждый день. Но мы должны подавать людям пример, сохраняя верность советам и самим себе. Это и значит честь. Ауф. Ауф реально. Ахнотер самурай. Ну, достал нож, режь, как говорится. Нет, круто. Это реально круто выглядит. Ну что ж, дайте мне управление. С копейщиком сразу, да? Ну тут мы умеем на увороте. И атакуем. Вообще без шанса для него. Ты нашел свой меч. Хорошо. Где мне найти лошадь? Тут недалеко конюшня. Ну сюда. Давай, показывай, веди. Ну вот что за прикол? Типа, почему мы по одному можем только выйти? Могли бы вместе, она могла бы придержать немножко эту дверку. Садики. Это просто немножко странно выглядит. Где конюшня? За этим горящим домом. За мной.
Так, вижу уже вражину. Тут, наверное, как-нибудь аккуратно продействуем, нет? Мы подберемся тихо и незаметно и перережем им глотки. Ну, в смысле, бесчестно, очень хорошая идея. Честью я не мы в меньшинстве. Очнись, парень. Ладненько. Подходи, захватчик! Честь превыше всего. Чтобы выбрать цель для атаки, окей, выберите подсвеченного и нападайте. Следующего подсвеченного выбираем. Ну, неплохо, мы заполнили себе шкалу. Чуть не задело. Только непонятно, как это действует. Надоело бегать, я хочу помочь. Во всех боях чтоб будет тебя именно так. Еще стража. Никто не должен уйти. Да, здесь, ребят, по одному подходить. Так, парирование есть. Бэт пропустил. Ну, это наша подружка его там доколола. Окей. Спасибо, господин. Говорили, все самураи мертвы. Тебе есть где укрыться? Говорят, в золотом храме тихо. Иди, не по дорогам. И береги сына ценой жизни. Ты ради них рискнул жизнью. Они были беззащитны. А я не позволю убивать наш народ. Не только им нужна помощь. Мой брат. Он сейчас в плену. За этим ты меня спасла. У меня кроме него никого нет. А у меня только дядя. Прошу, помоги мне спасти моего брата. Да давай поможем, слушай. Я помогу тебе, когда спасу дядю. Даю слово. Я иду с тобой. Нет, ну игра прям жирно намекает, что все-таки... Стоило там впереди. Дядя идем. Наш Тимура жив. Так, еще подеремся. Окей, как в обучении нас учили. Блин, вот здесь не успел парировать, есть один пропущенный. Еще один пропущенный, да? Идем к лошадям. Жестко-жестко они прибьют, конечно. Не разобрался еще. Иногда вот это вот самурай. Парирование на ку, типа, немножко неудобно. Счастье для них и для нас. Какое тебе нравится? Да вот подсвечивается у меня какой-то синий конь. В принципе, это, наверное, какой-то, да, делюкс издание, которое я получил при покупке, при предзаказе призрака Цусимы. Ему нужно имя. Ну, предлагаю, наверное, первый вариант, назвать ее тенью. Кага, рожденный тьмой. Да, я уверен. Выбираем именно этого коня и именно это имя. Дядю держат внутри. Стены высокие, не перелезть. Надо отвлечь охрану и проскользнуть внутрь. Нет, мы войдем через главные ворота. Ну брось ты, ну что ты несешь-то? Предал огню наших лучших мечников. Унизил моего дядю. Да, честь превыше всего. Вот это, конечно. Повторив ошибки, которые вот именно это большой минус. Монголы только того и ждут. Но на этот раз я ударю первым. Зря он так, конечно. Я их прикончу. Решил действовать. Ну что ж, нам не оставляют выбора. Я бы все сделал скрытно, на самом деле. Подсказываю по противоборствам, да, удерживайте правый ПКМ и потом отпустите в тайминг. Окей, а как нам вызвать на противоборство? Ага. Я пришел за господином Тимурой. Ну давай, раз на раз. Сейчас запугаем твоих друзей. Ну, нападай. Ой-ой-ой. Лялечка, какая красота. Давайте по одному только. Не пучкой нападайте.
Ну, окей. Нормально. Получилось. Ты как будто удивлен. Блин, мне нравится, как он на самом деле быстро машет мечом. Что там за шум? Монголы в этом не уступают. Ну, я уже такое видел. Так, тут у нас два копейщика. Нет, один копейщик, судя по всему. Двигаемся, двигаемся аккуратненько. Смотрим по сторонам. Мало ли что. Так, по кайфу на самом деле смотреть, как они падают. Просто от этих быстрых, мощных ударов, четких замахов мечом. Так, ребят, опа, на парирование, аккуратненько. Отстаньте! Вперед! Отступать нельзя! Ну так, нас чуть задело, но нам вроде как повезло. Хорош, хорош, она там тоже снимает. Участвует. Вот лучше бы копейщик на самом деле бы сняла. Дальше идти нельзя. Я должен. Возвращайся. Одна? Готовь нам путь. Когда я найду дядю, уходить будем быстро. Буду ждать с лошадьми. Хорошо. Если я не вернусь, то скачи в лес. Ну, блин, на самом деле мы реально могли бы это сделать скрытно, я думаю. Не факт бы, что у нас это получилось, но мы бы хотя бы могли быстренько сбежать, да? Пока поднимается тревога. Убейте монголов, пробейте через врагов в замке, чтобы спасти дяди. Ну, main mission у нас, main задача та же. Пользуемся всеми теми навыками, которыми нас научили ранее. Я только не понял, как эту способность пользоваться, когда там он было, где мы вот с тремя врагами быстро разобрались. Так и не показали мне. Может, какую-то надо кнопку нажимать, как это работает. Так что машем мечом по одному. Уклонение от стрел. Ага, то есть они, эти стрелки, кричат, прежде чем спустить тетиву. Так они подсказывают своим же ребятам, что они готовятся делать выстрел, чтобы те легли. Ну, это, в принципе, лайфхак для нас. Не успеешь? Опа, я был быстрее. Интересно, что у нас здесь наверху? Есть здесь что-то интересное? Наверное, ничего и не будет пока что. Ну да, здесь максимум могли бы стрелы взять, но нам не из чего стрелять. Вы трусы! Так, еще раз берем на слабо. Сюда. Чиназис. Так, ну хорошо, что они по одному действительно подходят. Не нападают в кучу. Такими темпами нас как бы на всех хватит. Господина Симуры. Я пришел отомстить за него. Тим! Твой дядя так много рассказал мне про тебя, Дзин Сакай. И сейчас его главный любимец будет умолять на коленях принять его в услужение. Тин! Тин!
час пробил, Тинсакай. Да, дело пахнет дерьмом, конечно. Иди сюда, птенец. Ну, давай. Я подхожу, что ты танцуешь, может быть, ты нападешь уже. Посмотрите, что с ним происходит. Что-то он не хочет, по-моему, со мной драться. Он меня изучает или что? Ну, здесь, скорее всего, скриптовый бой, да? Твой дядя смотрит. Мы даже не можем нанести ему ни малейшего урона, походу, пока что. Давайся, Сахар. Я тебя убью! Ну, не будь голословным. Так, опа. Нифига, он жестко атакует. Ну, пока держимся. Нет, какой-то урон по нему проходил. Ну, он что-то взял меня раз и ваншотнул. Довольно. Ну, скрипт и скрипт, его не победить. Давайся. Покажи дяде, как легко можно решить все миром. Глотку ему перерезать, цепануть там сонную артерию. Я не смог. Снова. Отец. Сын. Помоги. Молодой господин, пора. Я иду, Ерико. Весь остров пришел оплакивать твоего отца. Можете их отослать? Дзин, ты должен с ними встретиться. Теперь ты глава клана Сакаи. Да. Дзин, ты не одинок. Твой отец — попутный ветер. Твоя мать — пение птиц в ветвях. А дядя? Он скажет тебе сам. У погребального костра. Спасибо, Ерико. Ну, вот Дзинь у нас с каким-то меркантильным расчетом, да, не знаю, почему он отцу не помог. Ну, струсил, скорее всего. Просто струсил. Ну, вот эта местность выглядит офигительно красиво. Превыше всего ставил защиту людей. Истинный самурай. Ну, спасибо вам всем, что пришли. Я не спас его. Я трус. Дзин, ты самурай. Он погиб из-за меня. Твой отец пал в битве, защищая сына. Погиб как воин. Это большая честь. Теперь ты примешь его наследие. Дух твоего отца живет в этом клинке. И он всегда с тобой.
Завтра ты придешь в мою крепость, как мой воин. Сегодня проводи своего отца. Немножко рябит там трава на фоне, да. А так в целом, наверное, это просто DLSS работает. В принципе, кадров хватает, выглядит все красиво. Играю на супер высоких, по-моему, настройках. Ну, что-то на высоких оставил, что-то на супер высокие поставил. Так что нормально, нормально пойдет. И залочил FPS на 90. Ну, потому что зачем тут больше? Как его спасти? И вот мы следуем за ветром. Мы получили какой-то знак, да? Что нам делать дальше? Куда нам следовать? Как быть вообще в этой ситуации? Ну, природа здесь просто обалденная, реально. Только как этот ветер, может быть, вызвать? Есть какая-то кнопка? Нам пока что об этом не сообщили, куда нам бежать. Ну, я примерно вижу, типа, да, куда ветер идет. Но чтобы быть точно, хотелось бы, конечно, порыв увидеть. Ну вот, нам подсказали, мы начали убегать. Начал убегать из области. Ну же! Давай! А это там кто? Юна? Юна? Это она? Дин, что случилось? Я отыскал дядю. Мог его спасти. Но там был хан. Я подвел дядю. Ну хорошо, что ты жив. Я клялся отдать жизнь за Цусиму. И вот монголы забрали наш дом. Перебили самураев. Похоже, ты давно не встречал врага, который намного сильнее. Привык побеждать. Когда смерть дышит тебе в лицо, приходится делать все, чтобы выжить. Хан готовился воевать против самураев. Зная, чего от нас ожидать. Значит, нужно обмануть ожидания. Так мы спасем господина Симуру. И вернем наш дом. Одни не сможем. Всадники! Цепные псы хана! Их слишком много! Прячься! В траву! Ну, это было внезапно, но ладно, давайте посидим в траве пока что. Но они, походу, коней спугнули, да. Кони куда-то убежали. Чем мы теперь будем без коней-то делать? Пешкадралом двигаться. Похоже, ищут тебя. Коты напугали лошадей. Это лошади самураев. Они вернутся. А, да? Лошади самураев? Не, ну обучение, хорошо. Нам показали, какую нам кнопку использовать, да? Чтобы вызвать лошадь. Славный на х, типа horse, в переводе с английского. Монголы на тебя охотятся. Разделимся. Я их отвлеку, а ты сбежишь. Я никуда не уйду, пока мы не спасем моего брата. Сперва мне нужны союзники, опытные воины, как сенсей Сикава и госпожа Адати. Они помогут. Мой брат тоже полезен. Если спасешь его, получишь лучшего кузнеца на острове. Смастерит любое снаряжение, какое попросишь. И чтобы преодолевать стены? Ты придумай, так и сделает. Где его держат? Его поймали у Кэти. Поезжай, расспроси о нем. Я скоро буду.
Так у монголов долго не протянет. Юна, мы спасем твоего брата. И твоего дядю. Вызвались там кого-то, не успел прочитать. Получили облачение путника. Ну, это, наверное, награды, которые давали за предзаказ, да? Судя по всему, это оно и есть. Но облачение путника выглядит неплохо. На нем есть какое-то даже улучшение. Но я бы оставил, наверное, наши изрубленные доспехи, типа, чтобы, ну, как по канону, чтобы постепенно прокачиваться. Пока что мы же, если бы играли без вот этих вот дополнений, да, у нас бы ничего не было. Ну, с белой повязкой как-то кринжевато выглядит, не хочу ее оставлять. Давайте немножко взглянем, что у нас тут есть. Может, какой-то, не знаю, там, что по снаряжению, что-то интересное по аксессуарам. Понятно, можем еще сыграть на флейте. Все это, конечно, интересно. Так, ну, в первом акте мы будем вызволять господина Симура. У нас есть разные задания. Давайте взглянем на карту. Как это выглядит? Ну, точки интереса, конечно, куда же без них-то. Будем исследовать интересные места. Это получается сюжет, да? Это история. Окей, завершайте рассказы, чтобы укрепить историю. Укрепляя легенды, вы будете осваивать новые мощные приемы, да? Ну, я думаю, что тут есть, конечно, да, точки интереса поблизости, но самое ближайшее это у нас как бы помочь нашей Юне. Нам еще надо будет отправиться к следующему какому-то сенсею. Я думаю, что мы это сделаем в следующей серии. Я буду вас потихоньку благодарить за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, рассказывайте в комментариях, как вам игра, как она выглядит на записи, в принципе, на YouTube, как вам понравилось, не понравилось, делать ли прохождение с озвучкой, без озвучки. Так, получили еще какой-то оберег, но это, наверное, тоже что-то из дополнения. Малый защитный оберег на хитрость, связанная с этой скрытностью. А тут у нас кое-что другое, как-то замысловато написано. Ну ладно, поставим то, что есть. Да блин, еще все накидывают и накидывают. Всякого разного. Хорошо, я все просто подтверждаю. Посмотрим все потом. Ну вот, наверное, может какой-то оберег можем поставить. Не знаю, что у нас там по одеянию еще появилось. Шмотки, что самое интересное. Герой Цусима, доспехи. Ну, окей, ладно, пока оставим как есть. Буду с вами прощаться. До новых встреч в новой серии. Всем пока-пока.